Цинерария растет очень медленно, поэтому, чтобы получить такие густые облиственные кустики в начале лета, я посеяла ее в январе. Весной я ее начеренковала, череночки рассадила, они у меня подрастают, но они растут очень медленно, конечно. Сеянцы потом буду пикировать, поэтому раскладываю по несколько семечек в каждую ячейку. Присыпаю сухой землей, так она легче распределяется. Потом можно увлажнить. Закрываем крышечкой. Вот сюда я распикировала цинерарию. Вот здесь вот по одной штучке. Здесь у меня рядом с эустомой. Вот. И сюда еще распикировала тоже по одной штучке. В те емкости, где у меня рассада погибла, черные ножки. Вот в этих маленьких емкостях, они небольшие такие, будет расти рассада до тех пор, пока корневая система не заполнит собой весь объем горшочка.